Дорогие друзья, я хочу вам показать, как мы принимаем антипаразитарный сбор из трех ингредиентов. Это у нас или монастырский сбор, который делает Андрей Кузьменко Екатеринбург, или березит Любовь Андреевна травница Москва. Используем вместе. Дополнительно к нему у нас идет пихтовый бальзам и деготь. Смешиваем. Если вы принимаете монастырский сбор, то это отдельно. Если вы принимаете березит Любовь Андреевна, то смешиваем его с османской смолой. И дополнительно надо к нему добавить обязательно овсяные отруби. Это для того, чтобы не было запора. То есть вот берется посуда, там это все равномерно смешивается, если вместе. Вы можете смешивать монастырский сбор с березитом, неважно. Просто вот здесь у вас антипаразитарный сбор. Вот для того, чтобы правильно принять и потом его запить, вам нужна вода. Запить мед. Это нужно заесть, кто как переносит. И вот эти наши все ингредиенты. То есть пихтовый бальзам, деготь и трава. Для того, чтобы было удобно, мы смешиваем это все в большой столовой ложке. Сначала добавляется пихтовый бальзам, потому что он у нас закроет вкус дегтя. Добавляем небольшое количество на дно ложечки. Не больше пол чайной ложки. Теперь сюда добавляете... Отсюда же из посуды, или можете пользоваться шприцом, если детям, то каплями, но детям отдельно, взрослым. Не больше пол чайной ложки дегтя, если хотите шприцем, то 1 мл. Вот добавила я деготь. И сюда сверху мы накладываем нашу траву, пол столовой, пол чайной ложки. И вот это все вместе у нас получилось, как бы закрылся именно вкус дегтя. Теперь мы это берем. Если хотите заесть медом, заедите, принимайте. Глотайте. Закусывайте медом. И запивайте водой. Принимать нужно 2-3 раза в день до еды. Месяц принимаем, 2 недели перерыв. Месяц принимаем, 2 недели перерыв, месяц принимаем и перерыв. 2 раза в год. То есть получается 4 месяца мы пьем, потом отдыхаем. Это можно хранить в темном месте, не обязательно в холодном, потому что если вы будете в холодильнике, потом будет очень трудно это вылить. Трава у вас просто в закрытой посуде. Мед. Все, спасибо.